воспользовалась шансом, впервые проголосовала. Для меня это было волнительно, но я знаю, чего я хочу в своей жизни. Знаю, что я хочу мирное небо над головой. В дальнейшем у меня будет, конечно же, семья. Я бы хотела, чтобы для моего ребенка были какие-то пособия, чтобы, в принципе, все было хорошо и стабильно. И я уверена, что с референдумом мы добьемся этого. Мы будем принимать участие в будущем нашей страны, и вместе мы добьемся этого.